Цены на лекарства могут измениться в Казахстане, только на этот раз в сторону снижения. По словам главы Минздрава Акмарал Альназаровой, к беспричинному росту цен приводят слишком большие издержки, в первую очередь маркетинговые и логистические. Их ведомстве планирует оптимизировать. Есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования на лекарства. Есть приказы Минздрава, они анализируются и пересматриваются. Среди них выявлены те издержки, которые приводят к беспричинному росту цен на лекарства. Маркетинговые на 30%, логистические до 15%. Все это планируется оптимизировать. Министр напомнила, что 20 августа подписан приказ, согласно которому разница в цене между оригинальными препаратами и дженериками должна быть не более 30%. Это правило касается препаратов, закупаемых государством. Для регулирования цен импортных лекарств министерством проводится интеграция с информационной системой КИДЕН и налоговой службы комитета госдоходов Минфина. Ожидаем, что до конца текущего года завершим работу. Если в начале следующего года завершим интеграцию, то мы будем видеть цены импортных лекарств на входе в Казахстан. Это также позволит регулировать цены на препараты внутри страны.